решает устранять всех политических оппонентов. Это просто ужас, что происходит. Это закручивание гаек, это репрессии. Нас всех хотят запугать. Страна, люди, вы поймите, мы вместе, сила. По одному нас вот так вот всех либо отравят, либо посадят. Я так понимаю, власть из событий в Хабаровске, из событий в Белоруссии решила сделать вот такой вывод, да, что надо не в сторону людей поворачиваться, да, не отменить пенсионную реформу, например, да, не снизить пенсионный возраст. И одним из инициаторов законопроекта, которого был Олег Шереметьев, да, то есть мы недавно вот вносили, да, и, соответственно, хотели снизить пенсионный возраст. И вместо того, чтобы вот повернуться лицом к людям, начать для людей повышать пенсии, пособия, да, перереформировать, да, систему здравоохранения, которая просто уничтожена, да, вот той реформой. Вместо того, чтобы повернуться лицом к людям, власть решает устранять всех политических оппонентов. Вы видите, что происходит с Фургалом. Вы видите, что происходит с Грудининым. Вот вам Олег Шереметьев. Где сейчас Алексей Навальный? Это просто ужас, что происходит. Это закручивание гаек, это репрессии. То, что сейчас вот на суде, да, мы слышали, но это же смешно. Помощница, уволенная Шереметьевым, он ее уволил за то, что она себе самовольно перевела денежные средства из фонда. Она себя сама премировала на сумму там примерно там 400 тысяч рублей. Я не, это я говорю не из материалов дела, да, потому что я к ним доступа не имею, а из того, что мне Олег рассказывал сам, да, еще когда это произошло. То есть он был в шоке, как так получилось, из его фонда какая-то помощница пошла себе перевела. И он написал служебную записку, попросил служебного расследования. Соответственно, Таранов, который на тот момент исполнял обязанности руководителя аппарата, он должен был как раз-таки привлеченным быть к этому делу, расследовать на это дело. Вместо этого он потерпевший, та, кто деньги перевела себе, значит, вообще, как бы, да, доносы пишет. А Олег Михайлович, посмотрите, да, в наручниках, в этой, за решеткой. Не, депутат Московской городской думы, да, избранник, который никуда не денется, никуда не убежит, да, у него и так изъяли все телефоны, там, ноутбуки, паспорта, да, то есть все изъято, да, ему убежать некуда. Вы вспомните дело Васильевой. Да-да-да. Когда миллиарды рублей, да, ущерб, да, вы вспомните дело Скрынник. Где у нас Скрынник живет, да, за границей? Во Франции. Да, совершенно припеваючи на миллиарды российские. Почему ничего не расследуется? Почему их в наручниках вот так вот за решеточку не водят? Нет, народного, настоящего оппозиционного депутата вот так вот показательно для нас, да, для депутатов, для людей, что вот посмотрите, да, уж если мы депутатов, да, судим вот таким вот образом, то есть и вы сидите дома, бойтесь, вот к чему нас, понимаете, нас всех хотят запугать, поэтому наша с вами задача, напротив, сплотиться вокруг таких, вот как сплотились люди вокруг Фургала. Соответственно, также должны, потому что только вместе, вот страна, люди, вы поймите, мы вместе, сила, по одному нас вот так вот всех, либо отравят, либо посадят, нас же пытались и купить, да, и запугать, не получается, вот пытаются посадить или отравить. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.